Комсомольска, города Юность, называют «Дорогой жизни». Единственная дорога, которая связывает, по сути, два основных квартала две части города. Вот она находится давно уже в таком состоянии. Я, кстати, хочу отметить, что на ремонт дороги в Комсомольске выделяется 500 000 000 рублей только федеральных субсидий, как не говоря про все остальные. Делают так, навозят тупо гальку вместо щебня, понимаете, вместе с глиной. Просто валят от балды, что означает, что эта дорога, в которой куплены огромные средства, она не простоит и блюда, и блюда. Когда ее строили, нарушили водоносный слой, у всех жителей пропала вода. Исполняющий обязанности мэра Комсомольска Расин, вы догадайтесь, как это. Завешиваем воду, понимаете.